Если говорить коротко о цели, о задаче, которая стояла передо мной, то это было сделать теплый, уютный интерьер. Ведь даже в самый сказочный Новый год нам всем хочется, помимо, конечно, снега и елки, нам еще больше хочется солнца, уюта, комфорта, тепла. Для этого я использовал такую классическую диванную композицию с камином, столиками, креслами, брашками и торшерами. Я не могу сказать, что весь интерьер выполнен строго в классическом стиле. То есть также мы использовали элементы и аксессуары, которые принадлежат абсолютно там другим эпохам, в частности современной. Интерьер использует цвета с отливом темное серебро и золото. Для отделки и декорирования стен мы использовали новую технологию, которая позволяет воссоздать узор и фактуру старинных обоев. Итак, я всем желаю хорошо, во-первых, проводить старый 2011 год, ну и во-вторых, прекрасно встретить и провести новый 2012 год.